Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Галина Третьякова, кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу». Добрий вечір. Вітаю вас. І так, Галина Ніколаївна, ну, собственно, начнемо то, що називається, спочатку. Можна сміло сказати, що ви в Україні один із ведучих експертів в області пенсійної реформи, пенсійного забезпечення. Вполне логічно, що, собственно, цю тему і хотілося б з вами обговорити сьогодні. Як оцінюєте существуючу модель пенсійної системи в Україні? Я оцінюю не дуже добре, можна навіть сказати негативно, по нескольким параметрам. Ми відносимося до країни, Україна, яка має, якщо дивитися на виплату нашим пенсіонерам, то удельный вес выплат пенсионерам к нашему ВВП или к нашим публичным финансам является одним из самых высоких в Европе. При этом, если посмотреть на абсолютный размер пенсии, то он остается чрезвычайно маленьким. Кроме того, пенсия, как показатель, она имеет два параметра. Первый параметр – это формула, по которой сейчас начисляется пенсия нашим пенсионерам в солидарном уровне, а второй показатель – это индексация. Нужно отметить, что эту индексацию мы в 2014, 2015, 2016 и до октября 2017 года мы не проводили. А это значит, что на фоне инфляции почти 100%-ной пенсионеры, не проиндексировав пенсию, теряли в стоимости прожиточной корзины. И мало того, что эта величина была маленькая, она была еще, кроме этого, и не индексировалась. Таким образом, ситуация для пенсионеров выглядит достаточно плачевно. Однако ни одно правительство за все наши почти 28 лет независимости не справилось с тем, чтобы запустить какие-то альтернативные механизмы. Солидарная система финансирует сегодня у нас исключительно за счет квазиналога. Его называют единый социальный взнос, однако по экономической сущности это является налог на тех, кто работает. Его платит не только работодатель, который нанимает своих сотрудников, но уже и ФОПы, СПД, которые тоже наполняют определенным образом пенсионный фонд. Эта плачевная ситуация привела еще и к тому, что когда мы акциз на вот размытнение автомобилей вводили, то весь доход, который мы получили там дополнительно, он пошел тоже на финансирование пенсионеров. Единственная позитивная новость заключается в этом году в том, что за 5 месяцев этого года мы получаем очень сильную динамику по росту фонду заработной платы. Она достигает 21-22% на фоне инфляции 7,4%, такой рост фонда заработной платы дает прирост пенсионный фонд поступлений от начисления единого социального взноса. И вот это дает возможность сегодня правительству объявлять вот те программы, о которых мы недавно слышали, когда пенсионерам повышают тем, кто работал много и получал во время своей работы маленькую заработную плату. Но в целом ситуация остается в целом не очень хорошей. Не очень хорошей. Можно точно это утверждать. И вот динамика, о которой вы говорите, оптимистичная, мы ведь тоже не можем утверждать, что она сохранится, наверное. Да, динамика, более того, динамика пессимистичная. Мы получили с 1 января 2018 года замену коэффициента, ну, его все знают, 1,35 на 1. И пенсионер, например, который выходил на пенсию 31 декабря 2017 года, и пенсионер, который в таких же точно условиях, с такими же параметрами, выходил 1 января 2018 года, получили на 25-30% меньше пенсию, потому что коэффициент веса страхового стажа изменили как 1,35 на 1. Таким образом, ситуация ухудшилась. Но если мы будем оставаться в рамках солидарной системы, то тренд на ухудшение ситуации дальше. Мы пока не справляемся с вызовами международной конкуренции на рынке труда. Мы имеем отток нашей рабочей силы. У нас работающего персонала около 10,5 миллионов. Из плательщиков единого социального взноса у нас еще 1,7-1,5 колебается. Эта цифра, это субъекты предпринимательской деятельности. Фактически у нас 11 миллионов плательщиков, которые наполняют пенсионный фонд 22%, а СПД, как мы знаем, наполняют по минимальному размеру преимущественно. А пенсионеров у нас 11 миллионов 470 тысяч. Таким образом, пропорция людей, которые платят 22%, к пенсионерам, она уже такую имеет тенденцию к негативным вещам. Но тут надо еще вспомнить, что 22% единого социального взноса – это не то, что идет полностью в пенсионный фонд. Из них еще 4,7% идет на фонд социального страхования, на фонд безработицы. Таким образом, мы получаем в пенсионном фонде 17%. А если сравнить эти цифры, пенсионеров 11,5%, работающих 10,5%, и платим мы 17%, то это лишь означает,
означает то, что мы можем обеспечить нашим пенсионерам 17% поступление от наших средних заработных плат. И выше этого мы пока в этих параметрах прыгнуть не можем. Следовательно, либо компенсировать другими налогами, да. Либо выскакивать из этой системы. Из этой системы побоялись выскочить буквально все правительства. Речь идет о запуске накопительного уровня. Там очень много вопросов. Хорошо. Кто будет накапливать, кто будет хранить, кто будет гарантировать. Однако для того, чтобы выскочить из негативной тенденции, нужно принимать этот вызов. Хорошо. И вот поэтому, собственно, следующий вопрос. Вы у нас в данном случае в этой студии не просто как эксперт и специалист, но еще и как представитель политической силы, которая, очевидно, предполагает решать эту проблему, да, в какой-то уже обозримой перспективе. Да, это каким образом? Это блок, и мы написали о том, что мы будем запускать второй уровень пенсионного обеспечения, который, мы надеемся, будет введен на невысоких параметрах принудительного накопления. Однако именно второй уровень может запустить и стимулировать развитие третьего уровня. Расшифруйте. Просто простым доступным языком для каждого. Вас смотрят пенсионеры сейчас, вас смотрят работодатели, вас смотрят работающие, студенты, которым завтра наполнять все вышеперечисленные фонды и так дальше. Как это будет работать простым языком? Первое, что нужно сделать, это нужно сделать устойчивой нашу финансовую систему. Именно поэтому в 100-дневной программе президента фактически, пана Зеленского, у нас уже включена, она еще, эта программа не опубликована, я надеюсь, что мы на днях ее увидим, там есть законопроект надзора за небанковскими финансовыми учреждениями. Это не государственные пенсионные фонды, которые будут осуществлять накопления для наших граждан, это компании по страхованию жизни, которые, собственно, выплачивают пожизненную пенсию. Они часто называют это пожизненный аннуитет. Может быть, люди встречались с таким словосочетанием. Вот надзор за ними, это значит не допустить в эту систему нерадивых владельцев, нерадивых топ-менеджеров, которые могут эти деньги у людей забрать. Вот это раз, это надзор, мы его должны сделать. Второе, это обязательный уровень накопления, который все правительства наши предыдущие, и правительство Яценюка, и правительство Гройсмана, и даже группа народных депутатов, которые сейчас находятся в Верховном Совете, предлагали делать только из кармана физического лица. Речь идет до 7%, а в конструкции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка этот процент был даже 10%, и иногда в проектах обсуждался 15%. Ну, например, я считаю это недопустимым, потому что речь идет о том, что человек свои 7-10-15% должен принудительно отложить из собственной сегодняшнего потребления для того, чтобы использовать его потом на пенсии. В нашем конструкте такое накопление должно быть на уровне европейском, там, где в тех странах, где есть такая система обязательная, эта сумма обычно 2-3%. Есть такие страны, например, как Израиль, у которых формула следующая. Если сам человек, который нанимается на работу, собирается накапливать 1% своей заработной платы, то работодатель докладывает ему плюс 1, 2. Вместе это 3. Если человек собирается накапливать 2%, то работодатель делает 4. Таким образом, получается 6%. Вот они делают в 2 раза больше. Система Великобритании, которая ввела Тэтчер, она тоже такая, знаете, не полностью принудительная. Она вот добровольная, но принудительная для работодателя. Если человек накапливает 1%, то в этом случае работодатель делает ему плюс 1, то есть 2%. Таким образом, вместе получается определенный фонд. В европейской практике вот это пенсионное накопление является частью, мы это называем додатковое благо наше, податковом кодексе, они это называют employee benefit. Это часть, которую работодатель, покупая наемную силу, включает в состав этой покупки дополнительные блага. И платится не только заработная плата, но платится еще и дополнительно фонды, собственником которых является уже сам человек. Вот такой законопроект, доработанный, он будет похожим в какой-то мере на те, которые выдвигались ранее. И речь тут даже идет не о том, чтобы внести законопроект, текст которого можно согласовать, в том числе и с социальными партнерами, со стейкхолдерами, с нашими. Речь идет о том, чтобы этот законопроект попал в парламент согласованным со сторонами, которые потом будут его выполнять. Очень важно,
чтобы было понимание и работодателя, что это небольшая сумма. Очень важно, чтобы было понимание человека, что человек сам может выбрать институт, где ему накапливать деньги. Очень важно, чтобы человек понимал, что он может выбирать институт на конкурентных основах, выбирать там, где ему это и дешевле, и качественнее, и комфортнее. Задача государства – обеспечить защиту вот этого права собственности. Хорошо. И систему гарантирования. Потому что кроме такого, знаете, криминала откровенного, кроме этого могут быть и ошибки финансовых менеджеров, и в части пенсионного обеспечения обязательного должна быть система гарантирования. Почему мы считаем, что второй уровень должен простимулировать третий? Потому что когда ты начинаешь считать свою пенсию, а финансовые институции, компании, которые тут будут работать, они посчитают, ты откладываешь 2%, ты откладываешь 3%, посмотрим, что у тебя будет на выходе. Какой ты хочешь выбрать пенсионный возраст? В системе накопления человек может выбирать пенсионный возраст себе сам. Он говорит, я выйду в 55 или выйду в 60. В зависимости от того, какая сумма накоплена, можно рассчитать пожизненный аннуитет. Это делают страховщики жизни. И рассчитав этот пожизненный аннуитет, человек может принять для себя решение. Для меня это достаточно. Эта сумма мне достаточно. Или наоборот, недостаточно. И я пока еще в силах, я хочу поработать. Допустим, люди в высших заведениях, которые преподают, они работают до 70 лет и больше. Кроме того, вот такая накопительная система, она позволит человеку выходить на пенсию постепенно. Это очень важный фактор. Когда человек прекращает работу вот так очень резко, это уже доказанный факт, это приводит к тому, что организм находится в стрессе. И постепенный выход на пенсию, например, замена 40-часовой рабочей недели на 38, потом 30-часовую, 20-часовую, когда человек работает уже не 8 часов в день, а 4, но не получает полную заработную плату. И вот эта нехватка заработной платы, она замещается вот этим накоплением, но не полностью, а постепенно. Можно еще говорить о том, что человек, который вышел на пенсию, но через некоторое время его опыт может быть востребован, он может побыть на пенсии год или два, получая такое пенсионное содержание. А потом у меня уйма таких случаев, когда уже людей в пенсионном возрасте приглашали опять на работу, допустим, для запуска какого-то части какого-то предприятия, где у человека есть опыт. Тогда вот такой накопительный план приостанавливается, человек продолжает получать работу, а потом уже в более поздном возрасте выходит на более большего размера пенсии. Вот такой постепенный выход. Выход, когда ты можешь выбрать пенсионный возраст. Выход, когда ты добровольно можешь выйти на пенсию, потому что накопление, даже если ты доживешь до конца своей жизни, работая, накопление наследуется теми, кого ты устанавливаешь как наследник. Вот это надо сделать. Но все это время обычные, конечно, пенсионеры, ну, уже, собственно, вышедшие на пенсии, работают в реалиях, живут в реалиях солидарной системы. С вот этими вот пенсиями, которые они сейчас есть, с вот этими недопересчетами, вот о которых, с которых мы начинали. С ними что происходит? Расскажу. Мы не хотим менять систему в целом, да, вот она сегодня застабилизировалась, и только-только были приняты новые правила и новая формула в октябре 2017 года. Однако у наших пенсионеров есть такой параметр, как минимальная пенсия. Вот эта минимальная пенсия сегодня находится на уровне прожиточного минимума для непрацездатных осип, вот он так называется у нас. Во-первых, мы как бы вообще на вербальном уровне отнесли их к непрацездатным. На самом деле очень много пенсионеров продолжают работать, и они очень даже працездатны. Это даже как-то вот недостойная жизнь, знаете, какое-то такое отношение. Но то, что касается подъема минимальной пенсии до более высоких параметров, это тот показатель, который мы хотим переработать. Почему? Потому что мы считаем несправедливым тот размер прожиточного минимума, который сегодня установлен. Он базируется не на реальных показателях расходов людей, которые живут в Николаеве, в Одессе, в Киеве, в Житомире, во Львове. Нам нужно при Министерстве социальной политики, знаете, вот в европейской практике это называется демографические бюро или демографические агентства, которые на постоянной основе исследуют потребительские корзины, которые формируются на местах. И мы должны пользоваться не усредненным показателем, мы должны выработать для себя вот индекс добробуту, то, что можно назвать, а не прожиточный минимум, который формируется как физиологическая норма, и если ты чуть-чуть меньше калориев съел, то ты умираешь, как, ну, просто вот как
как человек, как тело такое. И вот если мы поднимем этот прожиточный минимум мы понимаем прекрасно и не хотим быть популистами, что поднимая прожиточный минимум, мы будем в первую очередь подтягивать тех, у кого вот эти минимальные пенсии. Кстати, это те именно пенсионеры, которые потерпали от вот этой неиндексации. Практически не индексируя им деньги, мы вот эту неиндексацию направляли на другие наши реформы, забывая о том, что любая цивилизация должна заботиться про своих старых. Да? Это просто обязанность. Она, кстати, заложена и в Конституции у нас. С одной стороны, есть обязанность родителей перед детьми, а есть обязанность детей по содержанию родителей. И мы должны это обеспечить даже не в контексте вот один ребенок, одному пожилому родителю или пожилому бабушке, дедушке. Мы должны это обеспечить на уровне общества. Я не думаю, что мы, как украинцы, хотим, чтобы у нас были бедняки. Я думаю, что мы хотим, чтобы мы все были заможные. Почему? Пенсионер является колоссальным плательщиком налогов. Очень часто вы можете услышать, что пенсионеры, они утрыманцы, да, там, иждивенцы. На самом деле пенсионер преимущественно, я думаю, что на 100%, там, 99,9%, потребляет продукты в Украине. А следовательно, он является плательщиком НДС на эти продукты. Он у нас 20%. Это означает, что каждый пенсионер со своей пенсии 20% уплачивает налог. Вне зависимости от того, что мы там, бывает, ему доплачиваем субсидиями, бывает еще льготами на проезд, которые мы хотели бы монетизировать. Но в любом случае, вот этот прожиточный минимум нужно постепенно повышать. И мы это будем делать. Будем делать за счет того, что будет развиваться экономика. И запустив накопительную часть для более молодых поколений, не хочу сказать, что для очень молодых, мы не будем там делать дискриминацию кого-то, мы можем получить источник для развития фондового рынка. Вчера я была в Одессе, например, мы беседовали о том, что предпринимателям очень сильно не хватает кредитов для начала своего дела. И эти кредиты, если они есть, они а. короткие, б. дорогие. А поэтому нам нужен длинный ресурс, б. дешевый. А наша рыночная экономика о чем говорит? Если у нас будет много сконсолидированного ресурса, он будет дешеветь, когда спрос и предложение будут выравниваться, большой ресурс будет дешеветь, и большой ресурс будет давать возможность развиваться тем, кому это нужно. Но кроме этого, пенсионные накопления – это ресурс, которым человек пользуется на пенсии, а иногда нам 25, 35, 40 лет до пенсии. Следовательно, мы можем это сделать. Вот этого сделано не было. Вот. Подводя итог разговору, Галина Николаевна, ну, вы, безусловно, очень подготовленный спикер. Ну, я не только подготовленный, я знаю, как это делать. Очень легко об этом всем говорите, но на самом деле мы же понимаем, что речь идет о тектонических изменениях. Да. И колоссальном, да. Я не знаю, да. колоссальной да. инерции, которую нужно знаете. То есть да. не страшно. Нет, не страшно. Более того, я думаю, что те, кто говорит, что страшно, у них нет морального права вообще идти в политику. Я думаю, что в политику должны идти те, кто впрягаются и пашут. И после этого люди будут давать оценку. Да, это будет политическая оценка. Не справимся, значит, мы будем менять людей. Меня в том числе, если я не справлюсь. Галина Третьякова, кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу», була нашою гостею, відповідала на наші питання. Дякую, найкращі успіхи вам. До побачення. Вам також.